и господа, главный бой сегодняшнего вечера. Горилла, серия 28. Время новых героев. В синий угол клетки приглашается боец из Азербайджана. Встречайте, Тахир Абдуллаев! Тахир Абдуллаев, Азербайджан. 10 побед, 1 поражение. Легкая весовая категория. Почти все победы досрочные. У него сразу 6 нокаутов и 3 болевых приема. В июле прошлого года Абдуллаев дебютировал в «Горилла» ММА-серии и нокаутировал таджикского борца Кишвара Худайдорова, одержав одну из самых быстрых своих побед. Очень хороший ударник с мощным ударом справа. Очень любит работать на публику, выбрасывает размашистые удары, прыгает с коленом на оппонента. Действительно, танк – это его прозвище, который постоянно идет вперед. Приглашается его соперник, обладатель титула «Боец года» по версии MMA Series 2020 года. Поэтому зрители отдавали большинство голосов за него. Представляет город Санкт-Петербург. Встречайте, Алексей Липунов! Его соперник Алексей Липунов. Для петербуржца этот бой станет особенным. Он проводит свой юбилейный 10-й поединок на большом ринге в родном городе. Пока на его счету 8 побед при всего 1 поражении. Мощный дисциплинированный ударник, который способен работать в силовой манере на протяжении всего поединка. Постоянно двигается, преследует соперников, прессингует. Мы помним, какую великолепную рубку он закатил с Сергеем Бобрышевым на ММА-серии 11, в которой Липунов поначалу испытывал проблемы в стойке, но затем использовал свои борцовские навыки и одержал убедительную победу. Мы также помним, как Липунов задушил треугольником украинца Илью Волынца и армянина Арсена Нарсисяна. По итогам этих сражений Липунов удостоился сразу 2 премий MMA Series Awards 2020 в номинациях «Боец года» и «Бой года». Алексей Липунов! Дамы и господа, это «Горилла» ММА серия 28. Время новых героев. Представляем вашему вниманию 10-й главный бой вечера в промежуточном весе. Встречайте бойцов в синем углу клетки из города Баку. Ему 24 года, его вес 77 килограмм 100 грамм, его рост 175 сантиметров. В его активе 10 побед, всего 1 поражение. Представляет клуб Баку Файтерс. Встречайте, Тахир Танк Абдуллаев! Его соперник в красном углу клетки представляет город Санкт-Петербург. Ему 26 лет, его вес 77 килограмм 100 грамм, его рост 180 сантиметров, в его активе 8 побед, всего 1 поражение. Представляет клуб «Сеч Про». Встречайте, Алексей Липунов! Наступает время новых героев! Рефери в клетке Евгений Ли. Бойцы на середину. Помним про правила, слушаем мои команды, деремся честно. Локтем бьем, пожали руки. По углам. Итак, Тахир Абдуллаев, Алексей Липунов. Все готово к началу
главного поединка сегодняшнего турнира ММА серия 28 «Время новых героев». Горилла ММА серия 28. Первый раунд. Итак, идет вперед Алексей Липунов. Мы знаем, как он любит рубиться в стойке, но и мы также знаем, что большинство своих побед он добился именно в партере. Он выиграл именно в партере эти поединки. В том числе и партер определил исход поединка с Сергеем Бобрушевым. Непростой бой был для Алексея. И вот мы видим, как он атакует, прессингует Тахира Абдуллаева. Пытался ответить также лоу-киком, но мимо. Удар справа. Прессингует снова Липунов. Раздергивает джебом. И вот бросает Тахир Абдуллаев соперника на канвас. Подбивает бедра. Подсушивает таким образом. Ну, не знаю, стоит ли в партер с Алексеем Липуновым. Насколько это оправдано для Тахира. Но вот мы видим, что попадает Тахир Абдуллаев. И выходит на болевой. Нет, не получилось. Отдает сейчас спину. У Алексея Липунова прекрасный шанс этим воспользоваться. Отключает колено. Снова колено. Бойцы оказываются на канвасе. Поднимаются в стойку. Джеб от Липунова. Идет в атаку. Мидл-кик. Попытка достать справа. Такое ощущение, что Липунов слегка потрясен. И его как-то болтает. Снова идет вперед Липунов. Удар с колена. Попытался включить сейчас Тахир Абдуллаев. Снова обмен. Джеб от Липунова. Еще один джеб. Удар в колено, снова по корпусу от Липунова. Липунов попытался апперкотом попасть в подбородок. Хороший обмен. И удар справа от Абдуллаева. Обьются в стойке. Мидл неплохой от Липунова. Еще одна комбинация. Алексей идет в атаку. Еще один обмен. Тахир принимает этот вызов. Стремится к сокращению дистанции. Полторы минуты до конца. Попадает в бандаж. Джеб от Липунова. Попытался сейчас достать справа Абдуллаев. Неплохая комбинация в исполнении Липунова. Перевод в партер. Липунов оказывается сверху. Тахир Абдуллаев будет сейчас демонстрировать нам навыки работы со спины. 45 секунд до конца. Это только первый раунд. Левый,
подбивает сейчас ноги Липунов своему оппоненту. Садится в маунт Сергей, вернее Алексей Липунов, а Тахир Абдуллаев пытается сбросить соперника, и ему удается это сделать. Позиция гарда. Закрывает замок Алексей Липунов, и раунд завершен. Смотрим статистику. 46 точных попаданий у Липунова и 25 у Абдуллаева. Очевидно, что первый раунд остался за Алексеем. Итак, второй раунд. Обмен ударами. Неплохо. Тахир Абдуллаев умеет работать в стойке, умеет сокращать дистанцию. Вот сейчас переводит в партер Алексея Липунова. Подключает локти. Несколько ударов от Тахира. Уверен Тахир в том, что не попадется он на прием от Алексея Липунова, хотя Алексей мастер сабмишинов. Итак, бойцы оказываются на канвасе. И вот сейчас Алексей будет пытаться выполнить болевой на ногу. Но умело защищается Тахир Абдуллаев. Освобождается от захвата. Алексей Липунов пытается атаковать из этого положения, но тут особо придумывать-то и нечего. Тахир Абдуллаев немножко переждал, и вот сейчас снова пытается работать в партере. Очень мощный локоть зашел, и сразу же рассечение образовалось у Алексея Липунова, причем серьезное достаточно. Снова выжидает Тахир Абдуллаев. И еще один удар в ту же область. И снова еще одна атака. Второй раунд определенно складывается в пользу Тахира Абдуллаева. Локоть. Еще один. Держится на дистанции. Липунов пытается ее сократить. Thank you.
обрабатывает корпус Липунов. И мне так показалось, что достал он хорошо Тахира Абдуллаева. Потому что Тахир сразу же полез бороться. Кровь заливает уже и лицо, и тело обоих спортсменов. Смотрите. Рассечение это серьезное. Снова выходит Тахир Абдуллаев. Но попадается на треугольник сейчас в исполнении Липунова. Но пока ничего серьезного. Освобождается Абдуллаев. Там призывали делать омоплату. Но чтобы омоплату сделать, нужно было развернуть соперника еще. Тридцать пять секунд до конца второго раунда. Итак, второй раунд прошел для Алексея Липунова, неважно. Второй раунд Тахир Абдуллаев забирает. Ну что ж, тем интереснее будет смотреть третий раунд, поскольку именно в нем все и определится. Итак, схватка возобновляется. Прессингует сейчас Алексей Липунов, но переводит Тахир Абдуллаев сразу же Алексея в партер. Видимо, стремится к тому, чтобы забрать безоговорочно два раунда из трех и работать в партере. Для этого нужно ему не давать Алексею подняться. Пытается сейчас Алексей Липунов работать из гарда, но показывает Тахир Абдуллаев, что как бы эти удары бесполезны. По количеству точных попаданий мы видим, что Липунов превосходит Абдуллаева. Рефери поднимает бойцов в стойку.
Попытка прохода от Тахира Абдуллаева. И снова бойцы в партере. Сверху Тахир работает. Но, прямо скажем, пока немного. А вот Алексей Липунов старается сдержать его. Сдерживает, и рефери поднимает стойку. Пока от Тахира в третьем раунде мы видим лишь переводы, но не видим работы. И тяжеловато ему подниматься. Липунов теперь пытается перевести соперника на канвас. Тахир контратакует и пытается выйти на удушающий прием. Захват неплохой, но рычаг. Есть ли рычаг вот здесь? Ногами не закрепился Тахир. Так, сдача. Сдача произошла все-таки. Сдача произошла, и Тахир Абдуллаев одерживает победу. Вот это да! Вот это да! И вот снова без титула боец, поскольку титул разыгрывался только для Алексея Липунова в случае его победы. Победы нет, соответственно, Алексей остается без титула ММА-серии. Смотрим еще раз. Вот здесь не закрепил ноги, но даже без рычага хватило силы у Тахира, чтобы задушить Алексея Липунова. И вот он говорит рефери о том, что он стучит, он сдается. Посмотри, с другого ракурса. Ну что ж, заслуженная победа Тахира Абдуллаева. Поединки турнира Горилла ММА серия 28. Время новых героев. На третьей минуте третьего раунда победу удушающим приемом одержал Тахир Танк Абдуллаев. Аплодисменты его сопернику Алексею Липунову! Поздравляем Тахира Абдуллаева с этой победой!